Сегодня посмотрим, что у нас осталось лишнего от ИРП. Нифига себе, сколько здесь всего. Это у нас сало. Это специально положил. Не пишите там хейтеры. Это просто, чтобы доесть вот это все, что осталось. Это майонез на десерт. Так, из ИРП у нас осталось 1, 2. Так, 2 20-граммовых сала. Итого у нас 40 грамм сала. Так. Батон офицерский. Вот, кстати, многие сладкое не едят. Вот единственное, что тут полезное осталось для меня, так это галеты. Вот галетов здесь реально много. Вот это вот реально для меня. Вот за галеты, то, что их много, это плюс. Я люблю там по карманам распихать. Кстати, в армии этого не делайте ни в коем случае. А то потом заставят вот это вот все сожрать. А потом еще 5 батонов хлеба вот таких килограммовых вместе с ними заставят. А так, если вы такой же служивый рабочий, как я, то можете. Так, 2 чая. Вот. Сегодня я в командировке в мастерской. Вот мастерская. Каким хреном я их буду запаривать? Я не знаю. Ну это... Это я не знаю, ну... Такое... Я не знаю, что сказать. Не знаю. Как бы кто-то может запарить, кто-то не может. Вот я нахожусь дома. У меня нечем запарить, ну ё-моё. Нельзя какой-нибудь гранулированный там, что просто водой залить. Ну, блин, вода у любого солдата есть, ё-моё. Так. Ну, это салфетки. Так. Во. Салфетки. Это вот повидло у нас осталось. Повидло яблочное. Вот это вместе с вот этим. Это отправляем маме на родину. Это я есть не буду. Так. Соль, перец. Соль поварная. Нифига себе, поварная. То есть не поварам нельзя пользоваться так. Перец. Перец плюс пепел. Нифига себе. 2 в 1. Так. Напиток молочный, сухой, быстро растворимый. Вот это вот я буду. Да, это я буду. Жвачка балабол. Ну, балаболить не буду, конечно. Я пожую балабол. Реклама балабол. Ешьте балабол, жуйте балабол. Будьте балаболом. Но не становитесь балаболом. Так. Это у нас... Блин, у меня зрения нет. Это мы попробуем, что у нас. Скорее всего, это напиток быстро растворимый. Сублимированный для космонавтов. И последняя ложка у нас осталась. Также средство для беззаражения воды. Не дай бог вот это вот в кармане носить. Где-нибудь... В странах СНГ вас увидят вот такие вот пилюльки в таком пакетике, и лучше не носите. Это вам скажут, что это не средство для обеззараживания воды. Вам будут настойчиво объяснять, что оно не обеззараживает воду. Так что не рискуйте пить плохую воду. Так, в общем, сегодня мы съедим галеты. Также мы попробуем сублимированное там что-то молоко какое-нибудь там для космонавтов. Также напиток быстро растворимый. И все остальное нам нахер не нужно. Все остальное мы просто выбрасываем. Ну,
Галеты мы, конечно, положим в карман. Галеты, конечно, в кармане у нас не пропадут. Они нам будут греть душу. Вот остальное, все, что вы видите из этого сухпайка, а его там, блин, не знаю, полкило. Нет, ну, возможно, сахар кто-то там что-то куда-то там использует. Возможно, там офицерский батончик кто-то использует. Но остальное, ну... Вот для меня это лишнее вообще. Так, что, давайте попробуем напиток молочный, сухой, быстро растворимый. Так, давайте я попробую. Где-то у меня тут вода была, и этот сейчас зубило точил, ну эти какие, стамески, и чтоб они не перегревались, я, короче, ну, туда стамески окунал, ну, чтоб они горячие были, ну, в смысле, холодные, ну, короче, у нас вода нагрелась. Что-то там у нас пошло не по плану. Кстати, ложка пригодилась. Чё-то оно там вообще всё не по плану. Я, блин, 24 стамески поточил за полтора часа. Прям вообще, ну, не заточил, а переточил. Сейчас попробуем, чтобы эту фигню попить. Фу, козье молоко вообще. В общем, друзья, кто в деревне вырос, оно вам понравится. Кто козье молоко не пил, оно вам не понравится. Реально козье молоко. Настоящее козье молоко. Такой вкус, как будто вы солому с навозом жуете. Не, так. Когда у меня там много работы есть, конечно, я там рад и не такому. Рад даже вообще там, ну, как сказать, рад просто воды попить. Сейчас будем пробовать напиток тонизирующий, быстрорастворимый, но попозже. Вот чего у РП не хватает. Обычного сала, своего копчения. Нормально жевать не могу. Зубов нет нифига. YouTube денег не приносит нифига. Класс.
пробуем напиток. Просто так он не открывается. Он еще не высыпает. Вкусно. Такой вкус лимонной кислоты с яблочной кислотой и все, и сахара. Блин, его же скоро война закончится, я его высыпать не могу. Ладно, пофиг. Все равно на пол-литра мы его на 250. Не зря стамески точил. Так, давайте пробовать, что там нам намешали вместе с молоком. Так-то можно было развести еще, конечно, нормально. Ну, блин, пришлось бы просто больше точить этих стамесок зубилами. Главное, галетики. Было три. Хейтеры, не пишите поначалу, что там все фигня. Погуляйте, что такое СМР. Нормально, вкусно. Цвет, конечно, такой. Как говорил Юрий Хуй, ядрёный. На дне такой осадок. И как мне его мыть? Вот. Вот. Вот так вот. Его никак не помыть.
В общем, друзья, осталось 4 салфетки. Два сахара под возрём. Шоколадка. Два чая. Salt, pepper. Балабольчик. Кстати, давайте попробуем его. Никогда балабола не пробовал. Корбет арбуз. Вкусно. Ну и повидло яблочное. Беспонтовая херня. И пюре из яблок. Я даже когда бомжевал, такое не ел. Ну не могу я такое есть. Кому-то это вкусно, кому-то не вкусно. А на сегодня все. Не будьте балаболами. Балабола — это было вкусно. Это жвачка. Но вы такими не будьте. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Валентин Царский. Всем пока.